Когда супруга Рахметова говорит, что у нее земля, она в отчаянии. А моему ребенку было 27 лет, когда началось это дело. О каких 40 годах говорит сейчас тетя? Притом, потому что господин Рахметов приносил в отношении моих меня трое детей. Он дал 7 лет моему мужу. За что? Когда я приходила и на коленях у него стояла и плакала. А у тебя нас защитить? Я не могу говорить, что ли? Я прошу, пожалуйста, давайте успокоимся. Если у вас есть что сказать по теме, пожалуйста, тише, все, давайте.